Алоха, соратники и коллеги, с вами Дмитрий Балакин. И если вкратце о себе, то я композитор, саунд-дизайнер, звукорежиссер и слесарь-гинеколог. Вот это поворот! И многое другое, что связано с музыкой и звуками, включая фолиозвучку и филд-рекординг. Представляю вашему вниманию 10-й урок, посвященный музыке в кино и мультипликации. В прошлом уроке мы разобрались в том, как сделать при помощи функционала Expression Map переключение артикуляции для библиотек с собранными патчами более удобным и наглядным. В этом уроке я расскажу вам, как при помощи того же Expression Map собрать воедино отдельные библиотеки артикуляций. На примере библиотеки от компании Orchestral Tools Berlin Strings, где каждая артикуляция представлена отдельным инструментом. Мы рассмотрим два варианта, один из которых привычный и отчасти самый простой, а второй менее наглядный и не столь удобный, зато значительно уменьшает количество открытых сэмплеров «Контакт». Мы уже знакомы с функциональными аспектами окна Expression Map, так что сразу приступим к составлению нашей карты. В первую очередь мы добавляем в окно инструментов «Контакта» все необходимые нам артикуляции. Закрываем подробное отображение окна инструмента нажатием на изображение под кнопкой настройки отдельно взятого инструмента. Нам это необходимо для меньшего количества прокрутки окна инструментов контакта. Можно сделать и совсем маленькое отображение инструментов, нажав на кнопку в правом верхнем углу окна инструментов. Но так как мы не видим MIDI-каналы, на которые назначены наши артикуляции, мы вернемся к первому упрощенному виду инструмента. Как мы можем заметить, у нас заняты все 16 MIDI-каналов. То есть для наших скрипок мы задействуем один контакт. Поэтому в таком случае стоит использовать контакт с маркировкой 8 out, так как мы будем использовать всего одну аудиодорожку. Многовато 16 каналов лишь для одного инструмента, скажете вы, и я с вами буду полностью солидарен. Но зато мы будем манипулировать одной MIDI-дорожкой для всех артикуляций, а не 16 MIDI-дорожками, что очень сильно захламило бы наш темплейт. Открываем настройки Expression Map и производим точно такие же манипуляции, за исключением нескольких деталей. Для начала мы добавляем в раздел Sound Slots все 16 артикуляций. Затем нажимаем на Set Remote Key для назначения клавиш переключения, для того, чтобы назначить идентичное значение клавиш в окне Output Mapping в подразделе Data 1. И в строке Channel нам нужно указать MIDI-канал, на который назначена данная артикуляция. То есть в случае Legato скрипок это канал 1. В случае sustains, протяжных скрипок, это MIDI-канал 2 и так далее. Когда мы создали карту для отдельных артикуляций скрипок, мы можем манипулировать переключением артикуляций на одной MIDI-дорожке вместо 16. Теперь мы рассмотрим другой вариант, менее ресурсоемкий, на примере библиотеки той же компании Orchestral Tools. Только для разнообразия будем использовать деревянно-духовые Berlin Woodwinds. Но для начала добавим MIDI-монитор. Это нам пригодится для того, чтобы просто понимать, за какое значение CC отвечает тот или иной контроллер. Сделать это можно как в самом контакте, так и на MIDI-дорожке. В контакте нажимаем на кнопку с изображением папируса в случае версии сэмплера 5.0 до 5.4, либо кнопку KSP в случае свежей версии сэмплера 5.6. Выбираем вкладку Presets, затем Factory и в разделе Utilities выбираем MIDI Monitor.
Теперь при нажатии на MIDI-клавиатуру мы видим название нот, расположение их по октавам и силу нажатия Velocity. Либо при манипулировании фейдерами мы можем видеть значение CC. Второй вариант. В окне инспектора во вкладке MIDI Inserts мы выбираем MIDI Monitor, где мы также можем наблюдать за всеми программными значениями MIDI-сигналов. Следующим шагом загрузим банк инструментов. Нажимаем на кнопку с дискетой и выбираем New Instrument Bank. Затем нажимаем на кнопку с изображением гаечного ключа для того, чтобы раскрыть весь список свободных слотов. Здесь мы можем увидеть 128 слотов, которые мы в теории можем использовать для 128 инструментов либо артикуляций, используя всего одну MIDI-дорожку и один MIDI-канал. Следующим шагом распределяем по слотам необходимые нам артикуляции в нужной нам последовательности. Стоит заметить, что изменить последовательность артикуляций можно внутри банка инструментов простым перетаскиванием на необходимый слот. В нашем случае для экономии времени мы просто перетащим все артикуляции в банк инструментов. Теперь мы видим, что у нас 13 артикуляций флейты на одной MIDI-дорожке и на одном MIDI-канале. Следующим шагом мы открываем окно настройки Expression Map и совершаем идентичные действия предыдущим, за исключением нескольких моментов. Заранее создаем 13 переключателей и назначаем клавиши переключения нажатием на кнопку Set Remote Key. В третьем окне Output Mapping. В случае переключения артикуляции в банке инструментов нам нужно выбрать не Note On, как в предыдущих случаях, а Program, значение которого будет указывать на номер слота инструмент банка. И в строке Channel нужно выбрать один, так как данный инструмент банк у нас назначен на первый MIDI-канал. То есть, если, к примеру, мы будем создавать следом инструмент банк с медными, то он будет назначен на второй MIDI-канал, и в разделе Channel мы должны будем выбрать второй канал, и так далее. Единственным и, пожалуй, значительным минусом данного варианта является то, что доступ к настройкам библиотеки, к таким как количество реверберации, динамика, экспрессия, громкость и так далее, производится при помощи двойного клика по необходимой для настройки ячейке с артикуляцией, после чего мы попадаем в так называемый режим разработчика, где во вкладке Script Editor мы сможем найти окно с настройками инструмента, но не в совсем привычном нам виде, где мы можем делать все то же самое, что если бы мы делали в меню отдельно открытого инструмента. Проще говоря, в окне Script Editor мы видим все то же самое, только без привлекательной фоновой картинки окна настройки. Вот теперь вы можете ограничиться практически парой-тройкой активных контактов для составления своего темплейта.
Теперь нам нужно научиться назначать и манипулировать автоматизацией, но это уже в следующем уроке.